По-прежнему в центре внимания остаются медики, и особенно приятно видеть среди них знакомые лица. Подводя итоги ноября, губернатор Андрей Воробьев поблагодарил Екатерину Морозову и всех врачей за их нелегкий труд и самоотдачу. К тому же врач-травматолог Мытищинской больницы, профессионал своего дела и многодетная мама получила недавно ключи от трехкомнатной квартиры. А ее дочь стала популярной в социальных сетях благодаря тому, что написала на маске: «Наденьте маску, моя мама врач, быстрее придет домой». Обратила на себя внимание забота вашей дочери о своей маме, которая с начала пандемии, с весны работает. Я, в свою очередь, хотел слова благодарности вам сказать. Есть какие-то к нам вопросы? Может, мы чем-то можем помочь? Кроме слов благодарности, которые я от всего сердца вам выражаю. Благодаря руководству Мытищинской больницы и главе города нам выделена трехкомнатная квартира в найм на 11 месяцев. Конечно, хотелось бы какой-то стабильности, как матери четверых детей, для своих детей. Может быть, вы как-то поспособствуете этому? Обязательно поспособствуем. Вот, я хочу поручение дать главе Мытищ. К Виктору Сергеевичу подойдите, пожалуйста. Я соответствующее распоряжение дал, чтобы вы больше не беспокоились со своими детьми за место проживания. Я думаю, что у нас все получится, и у вас будет своя квартира, и все будет, слава Богу. Спасибо вам за вашу работу и за ваш труд.